Магутный Божий фестиваль «Яднання» – это бачно и на концертных пляцовках, где на одну сцену выходят представники разных краин и конфессий, и на конкурсных прослуховываниях, а так само у глядельной зале катедрального костела. Как моя мама, Бог один, поэтому меня это интересует. Напитаться энергетикой, различной музыкой различных конфессий – это очень приятно всегда, и особенно очень нужно в профессии. На конкурсную сцену выходят коллективы с разной подрыхтовкой и вокальными махчимостями, але по словам журы, важный критерий отзнаки – разумение того, об чем спеваешь. Музыкальность исполнения, духовность мне очень важна. Вот это понятие слова, понимаете, духовность. Вот для меня это самое главное, когда идут мороз по коже, мурашки. Фестивальная программа протягнулась на площади Зора, где выступали коллективы из Израиля, Нигерии, Молдовы, Латвии. Мне очень близка вообще идея, чтобы все христиане всего мира, верующие в Иисуса Христа, именно объединились и верили. Оно важно, чтобы они видели, насколько Бог один. Из каждого стран приезжают туда, они верят один Бога. Это очень красиво. Многие замежных гостей отмечают, что на их родине няма фестивалю, подобных до Могутного Божия, тому и едут менавито у Могилёва. Такого масштабного, где съезжаются люди с разных городов, с разных стран, я не видела, нет. Духовная музыка, не отмовляя сучасных молодежных мотивов, сувязь поколению – одна из особливостей фестиваля. Мы выражаемся современным языком про Бога, который всегда актуален. Он не какой-то Бог, знаете, средневековый, о котором нужно петь только так-то или не иначе. Вот так же, как я говорю с вами, так же мы говорим с Богом. И таким же языком мы стараемся выражаться. Музычная духовно-осветницкая программа протягнется до 2 липня на переде выступлений солистов и коллективов из Великобритании, США, Сальвадора. Поздравляем вас. Мы рады сегодня быть с вами. И это просто прекрасное мероприятие. Мы рады быть частью его. Гала-концерт фестивалю «Могутный Божий» об'єднав десятки хоровых и танцевальных коллективов. Отримався органичный синтез мастацтваў. Поразительный репертуар. Особенно мы работаем под произведением молитвы оптинских старцев. И не секрет, что, конечно, родители приучали к этому и с детства знают эту молитву, а работать под нее большая честь. Настроение приподнято, вот, все, очень даже. Мы предвкушаем большой праздник участия. Сотни хористов стали одним коллективом. Велично и масштабно гучали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, двухорная кантата Бортнянского и гимн фестивалю «Могутный Божий». Соправдная зорка гала-концерту – легендарный хор Митрофана Пятницкого.